Изобрази нам что-нибудь. В смысле? Что это? Весна пришла. Не, на самом деле мы стоим в очень интересном месте вообще. И если вот так вот посмотреть, то видно, это такая сосновая аллея. Причем именно аллея. Если ты чуть-чуть выйдешь и посмотришь вдаль, увидишь, что вот эти вот сосны, они стоят такими четкими рядами. Причем не просто рядами, а еще есть такие овраги и средняя часть. Вот. А вот это все, это посаженные человеком сосны. Ой, так. Еще давно, во времена царские, но я не помню точно при ком это было посажено. Это место даже называется Барская аллея, потому что, собственно, владелец усадьбы ее посадил для прогулок. И она упирается, она вот начинается практически там от села и идет, упирается в самое болото. Вот, в лесу она кое-где завалилась, эта Барская аллея, потому что за ней мало следили. Ну и, естественно, сосны уже никто не возобновлял. А здесь с краю леса остались именно вот эти вот сосны, в которых живут куча всего. И вот там вот на молодой сосне, кстати, гнездо дрозда, я абсолютно четко отсюда вижу, а сам дрозд он орёт на нас матом практически и ждет, пока мы отсюда свалим. Вот в этом месте, вот именно в этой части, всегда жили и живут дрозды-рябинники. Дрозды-рябинники, они вообще любят селиться такими колониями, скоплениями часто, потому что одна из их защитных таких стратегий – это всей колонии прийти и заклевать, и обгадить того, кто к ним пришел с вредом каким-то. Поэтому вон вокруг нас скачут дрозды, которые пытаются орать, пока не гадят. Вот, что еще? Еще вот здесь вокруг поет куча мелкого птичья, потому что сейчас стало тепло. И поют вот пеночки, пеночка-трещотка. По веткам вот это вот я не пойму, что крысолюски почему-то откуда-то здесь в лесу белые. Вот это для меня странная штука. Почему бы и нет? Трясогузка в лесу абсолютно нормальная. Ну, как-то я ее привыкла видеть именно в городских таких, скорее, пейзажах, чем прям в лесу. Не, нормально такие вот окраинки. Вот, и уже расцвела. Весна странная, потому что обычно кислица цветет чуть позже, а вот сейчас прям расцвела кислица. И вот эти вот все белые звездочки, которые здесь видны, это цветет кислица. Причем листики у нее еще занятны, листики у нее еще очень мелкие и не раскрылись в полный размер. Зато уже раскрылись ее цветы, такие вот белесые звездочки. Здесь самое забавное, что кислица обычно растет под елками, а здесь типичные сосны. Ну вот здесь она всегда была, кстати говоря, это я прям с детства помню. Ну все просто помнят про ельники-кисличники с детства самого. Ельник-кисличник я тебе покажу, там был. Да видел я ельник-кисличник. Вот. Ну и, соответственно, лес потихоньку меняется. Сейчас вот здесь вот куча вот такого вот подроста низкого, который, естественно, уже не сажали, а который сам по себе поселился под пологом сосен. И вот видны кусты бузины, кусты черемухи. Черемуха у нас, кстати, в принципе, довольно сорное растение считается, потому что она растет где попало, довольно бодро расселяется корневыми этими отводками и отводками ветвей. И черемуха привлекает еще всяких насекомых-паразитов. Поэтому как бы считается, что она такая... Не очень. Не очень. Поэтому возле домов черемуху, на самом деле, вот так, если посмотреть, мало сажают, практически никто не сажает. Несмотря на то, что она красиво цветет и хорошо пахнет, возле домов она нигде не сидит. Потому что черемуху любят тля. Если ты посадил в огороде черемуху, то вся тля будет твоя. Вообще вся. Вот. Не знаю, в телефон, наверное, не будет видно. Вот гнездо дрозда, на самом деле, оно очень характерной формы. И даже отсюда я могу без бинокля сказать, что это именно дрозд и именно рябинник. Я вот пальцем покажу. Вон потому оно. Что гнездо из травы, такая аккуратная чашка. Это прям характерное дроздовое гнездо. А вот там на березе гнездо кого-то более крупного. Ты издеваешься, да?
Возможно, когда-то пытался делать гнездо какой-нибудь из ястребов. Но это, не, судя по тому, что хозяев мы никак вообще не наблюдаем, может, это и не жилое уже гнездо. Хотя у ястребов, в общем, многолетние гнезда. Запел. Запела весничка. Запел дрозд. Вот весничка пела. Да, это весничка. Песенка веснички похожа на песенку зяблика, но у зяблика есть в конце такой резкий чр-росчерк, то, что называется. А у веснички она затухает без росчерка. Собственно, такой зяблик, который не допевает, это пеночка-весничка. Слушай, а вон еще одно гнездо, смотри. Сейчас. Вон там. Ну, да. Сосне. Я не вижу в телефоне, вот это, наверное. Нет, вот это. Ну, да. Ну, вот здесь всегда жила колония дроздов, причем мы их находили. Но вот этот беспокоится, это явно хозяин вот этого гнезда, потому что мы ему адски не нравимся, и он орет на нас уже не стесняясь. Вот. Слушай, мошка! Ну, лето. Вот, сейчас летает мошка, она на меня села, это нормальная мошка. Ну... Она хочет моей крови. Пойдем отсюда. Сейчас вот. Еще немного. А он там, он прикольно охотится, какая-то... А вон я дрозда вижу. Он мелкая... сидит на сосне. Птичина. Чуть ли не мухоловка. Причем вот ни разу не будет видно в телефоне. Она садится на веточку и ждет пролетающих насекомых. И за насекомым кидается с этой ветки. Такое стандартное мухоловочье, вот это вот ловчее поведение, когда птица сидит и ждет пролетающих насекомых. Ну что, пойдем. Если ты собрался пойти дальше. Вот, а вообще здесь очень такое хорошее место. Мне оно всегда нравилось. Пойдем? Да. Угу. Вот, вообще, конечно, цикл развития сосны, по-моему, пример из школьного учебника, по крайней мере, он точно входит во все вопросы. Но не все помнят, а здесь можно сейчас показать, как вообще все это происходит. Вот это вот маленькие такие рыженькие. Это зачаток побега, который будет развиваться в течение этого года. А вот этот вот, вот эта часть... Это такой же побег, который развивался вот эта часть. Ага. В прошлом году. Светлая и вот кора здесь такая. Вот светлая кора, да, вот она покрыта. И, соответственно, вот он побег, который развивался 2 года назад уже. У него есть боковые ответвления? Нет, он до сюда. Но они ветвятся каждый год на у него конце. Уже появились его эти. Вот. Да. А дальше, что еще забавного забывают про сосны, что у сосны вот это вот... Иголочки растут парами такие. Ну, на самом деле, это у нашей сосны парами. Бывают 3-5 иголочные сосны, в общем. Но вот это вот, это не листики. То есть, сами по себе хвоинки листики, а вот этот вот коротенький такой черешок, на котором хвоинки сидят, это тоже веточка. И вот это боковая веточка побега. Вот. А занятно у сосны ее размножение, скажем так. У нее есть мужские и женские цветы, шишки. Не цветы, а побеги, шишки. И вот здесь вот видно на конце веточки уже завязавшиеся женские маленькие шишечки, которые были опылены ранней весной. Сосна и вообще хвойные цветут, пылят. Очень-очень рано, когда еще никаких листьев нету, ветром переносится пыльца. Вот. И пыльца попадает на женские вот эти вот побеги. И развиваются такие вот маленькие шишечки. Они будут весь год развиваться, и к концу года они станут похожи вот на такие шишки. Причем вот эта шишка еще с семенами, она еще не раскрывшаяся. Сочная, зеленая. Ну, она не зеленая, конечно, она уже одревеснела, потому что ей надо пережить зиму. Она, соответственно, покрывается такой, как сказать, смолой, вся закрытая. Вот. Вот еще. Да-да-да. И, ну, видно, что они заканчиваются как раз вот этот побег 1-го года. И они как раз живут на его кончике. На его основании. Как и вот эти на основании побега своего года. Вот. А следующей зимой они раскроются и выпустят семена, и превратятся вот в такую уже зрелую шишку.
которая распушилась. Вот они. Где-то здесь была такая, а вот она. Из вот этих мужских. Эй, фокус, фокус. Вот она. Угу. Нет, ну а что, пыльца попала из этих вон на маленькие шишечки, вот на эти, они дозревают, 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 дозрели. Да, там просто оплодотворение само происходит позже. Ну, это сколько угодно, у них 2 года в запасе практически. Yeah. А потом вырастает такое вот зеленое мохнатое чудо. Да, а потом остаются вот такие вот шишки. Шишки? Идем? Да. А вот буквально недавно мы с вами говорили про то, что черемуху никто не сажает и никто не любит, потому что она рассадник всякой заразы. И вот здесь как раз упала елочка очень удачно. Можно на нее посмотреть поближе, на ее макушку. И увидеть, что не все шишки у нее одинаково хороши, равны и красивы. Вот эта нормальная шишечка такая вот, ровненькая и гладенькая. А вот эта шишечка какая-то вся взъерошенная, открытая. И на чешуйках снизу у нее сидит какая-то хрень. А если ее так вот почесать, с нее летит белый порошок. И вот с этой шишки тоже все летит. И вот с этой шишки все летит и сыплется. Так вот, эти штуки внутри, это одна из стадий гриба пуциниаструм, такого двудомного гриба. И его вот эта стадия поражает шишки елки, делая их такими вот некрасивыми, гадостными. А летняя-осенняя стадия развивается как раз-таки на листьях черемухи, образуя такие неправильные формы, угловатые черно-фиолетовые пятна. Вот. Ну и, собственно, такие шишки висят на верхушке елки и рассыпают везде свои споры по всему лесу, заражая черемуху. А потом с черемухи разлетается стадия обратно и заражает елку. Такой вот забавный паразит, который делает шишки не такими ровными, гладкими, красивыми, как они могли бы быть. Ну, а самое главное, что в таких шишках не развивается... Никаких семян. О, семечко. Семочка, иди сюда. Вот она. Еловая семечка. Ай, улетела. Все, улетела. Ой, шишка сломалась. Вон еще одна семечка. Сейчас я его попробую вынуть. Да. Тяжело быть одноруким. Вот из такой маленькой семечки могла бы со временем получиться елочка. А может быть и получится. Улетела. Вот, так что на место одного выпавшего гиганта придут сотни и сотни новых гигантов. Или сотни миллионов грибов. Как повезет. Оп. Вот. Что это? Ну, на самом деле, несмотря на то, что у нас далеко не тропики, муравьев у нас все-таки встречается некоторое количество видов, и это один из, ну как сказать, не очень частых, что ли, не часто замечаемых муравьев. Это Лазиус фульгинозус, один из наших муравьев-древоточцев. Рода он от того же Лазиуса, который и наш черный садовый, и рыжий садовый муравей, и вот эти все. Но этот товарищ лесной, вот здесь вот видно, что он более крупный, такой круглый и блестящий. Вот. Полтора раза крупнее. Про муравья можно сказать, что он круглый. Вот про этого можно сказать, что он круглый. Вот он, когда он ходит, он выглядит как круглый муравей. Вот есть некоторые группы, которые круглые. И сразу понятно. А там вот их основное гнездо, и это как раз вот то, как лазиусы живут. А, вот, сейчас попробую туда влезть. А если еще вот так лампочку зажечь? То есть проеденное, проточенное дерево такими вот ходами, слоями. И там основная колония живет. Семья. У них семьи нормальные. А вот здесь вот часть их ходов. Вон в ходах сидят, между прочим, эти рабочие, работяги. Морду выставляют. Ой, сейчас я резко снаведу. А? Опять ходит по микрофону.
Ну да, это нормально. Так что если вы будете слышать топот, это муравей. Вот. Ну вот эту елочку они основательно уже изъели. Елочка трухлявилась, они в ней стали жить. Да. Ну и вот здесь ведут тропы. Муравьиные сегодня тропы. Очень тепло, и поэтому они все дружно пошли на охоту. И местами я кое-где даже видела, как они тащили в домик еду. Куда ни посмотри, везде вот. Уходят. Трудиться пошли. У меня по экрану бежит. Чтобы не терять время. И там бежит, и здесь бежит. Пойди прочь. Время. Вот. Еще у нас из древоточцев есть этот, компонотус, да? Да. Лигниперда. Лигниперда. Ну, лигниперду, не знаю, если повезет, может, найдем. Очень смешно. Они очень осторожные муравьи и не ходят такими огромными толпами. И семьи у них поменьше. Поэтому найти их можно, но шанс на это, в общем-то... Ну, я же говорю, если повезет. Вот, ну, а так, да, вот такой забавный казус. Черненький муравьишка, толстенький, кругленький, блестющий. Фулигинозус. Древоточец. Такая тропа вообще классная здесь. Я думаю, что ничего не видно. Ютуб все расшакалит. Ну, мы-то видели. А вот и зяблик с его росчерком. Идет прям недалеко. Угу. Вот, а вообще красивые такие поля звещатки с очень нежно-зеленым цветом. А это зяблик, но не допел. Он передумал. Ну, мы его напрягаем тем, что мы здесь шебуршимся. Он, с одной стороны, надо бы петь, чтобы заявить о себе, с другой стороны, стрёмно как-то. Ой, слушай, как это самое... Жмулся, распустилась. За сегодня, знаешь, как все распустится? Сегодня первый день нормального тепла. И за сегодня все просто распустится на глазах сразу. Вон этот самый двулистый этот майник расцветает прямо на глазах. Он еще... Мы подходили сюда, еще они все были свернуты. Где? А сейчас они все расставлены. Ну вот эти вот свернуты еще в теньке. Это поднимается майник двулистый. Лилейный, ближний к ландышу, но более мелкий такой цветочек наш. А вот здесь, где на солнышке, они вот уже вернули свои листики. И вот кое-где даже я вижу вот такие вот махонькие будущие цветочки. Ой, смородина. Ну да, здесь в лесу она растет. Идешь по лесу и видишь смородину. Ну, кстати, вот видно, что она вот здесь вот это корневой пошел отпрыск. Понюхать. А я, кстати, не уверена, что она черная. Они черные не так пахнет сильно. Ну, черная самая пахучая. Смотри. Пойдем дальше. Грибы сами себя не найдут. Вот там впереди в лесу летает целая стая вяхерей. Сейчас попробуем подойти. Если и возможно... Они на деревьях сидят, я вижу даже. Сейчас, если я не кувырнусь в какую-нибудь канаву... Они свалили в лес. В общем-то... Вяхерь довольно осторожный был. Сейчас на него перестали охотиться, он его стало больше, чем обычно. Но он ведет себя достаточно осторожно. Но его хорошо слышно по взлету, потому что никто так не взлетает, как голубь. Голубь взлетает со стуком и свистом. Очень громкий полет. А у куриных и у уток полет тоже достаточно громкий, но они по-другому свистят крылья. То есть у уток очень высокий такой мелкий свист, а у куриц, всяких рябчиков, тетеревов, свист почти без свиста, просто взмахи. А у голубя такой вот свист, как голубиная стая взлетает, все слышали, потому что наши сизари взлетают с тем же звуком. Только здесь размер в полтора раза больше. Да, только здесь покрупнее, соответственно, помножается на размер. Еще одна родня саркосцифы. Маленькая, желтенькая, непонятная штука. Но есть мы ее, конечно же, не будем. Пусть растет. Что это? Ну... Да, царство я могу определить. Мне кажется, это грибы.
Это явно грибы. А вот какие грибы? Несъедобные. Это я не знаю. Слушай, а вот здесь есть более старые, а может и другие. Вот смотри, такие коричневые. Сейчас на эти посмотреть, такие классные. Стаканчики вот такие. Не крути их. Ты очень круто их крутишь, я не успеваю. Какие-то грибы. Слушай, это я не знаю. Что-то ранневесеннее. Но есть мы их, конечно, не будем. Да, так и есть, и нечего. Ну как это, пару ложек хапнуть? Смотри, какое дупло классное. Причем вот эту вот валили сами, явно. Да. Такое кресло. Зачем? Надоело. Непонятно. И вон ту валили. А ты знаешь, зачем ее валили? Смотри. Лосем кормушку делали. Такой жух. И вот так дерево ест лось. Угу. Ну да, осину валили как раз, чтобы зимой подкормить лосей. И вторая вон там, вон тоже заваленная. И тоже обглоданная. Прикольно. Как стамеской счесана. Причем доставали аж вот до сюда, докуда могли. Очень кушать несчастные хочется. Несчастные животные. Да, жратеньки хотелось. Явно совершенно. Никому легко в лесу зимой. Я так подумала, что кормовое дерево. Ветки там еще обгрызены. Угу. Пойдем дальше. Да, надо здесь сразу рассказать, что вот такие вот длинные следы продольно дерева — это лоси. А вот эти вот короткие следы, Вот эти вот широкие, короткие, да, такие. Это уже не лоси. Это не лоси, это бобры. Это не лоси. А бобры, как известно, делают вот так. И не только. А еще они делают вот так. И самое интересное, что они делают вот так. Обними деревце для масштаба. Ну так, знаешь. Есть за что подержаться. Причем топором так не срубишь, как он зубами собак срубит. Бобер точит зубы бревном. Стружки такие. Ага. Я тоже хочу пощупать. Хорошую осину выбрал. Окорил так это самое основательно. Подгрыз. Я говорю, стружки как это здесь. Бензопилой работали. И топором. Это же вот явно от топора. От этих, нет, не от топора. Вообще. Она аккуратнее и ровнее. Стамеской драли. Хорошая такая, это самое. Аккумуляторная стамеска. Бросил, не доделал. Да, придет, доделает. Свежее дерево, живое. Ну, пока да. Это, конечно, такие. Как в мастерской. Когда какого-нибудь медведя из полена вырубаешь... Корешочки. Корешочки, корешки. Телефон не доверяет печёночнице. Считаю, что не бывает такого цвета. Я вот убираю руку, по которой он фокусируется. И, оп, синий цвет исчезает. Спектрально чистый. Какая красота. На самом деле она ярко-синяя. Но роботы нас обманывают. И вы видите ее бело-розовый. Почему? Потому что баланс белого. Попробую еще раз попасть в печёночницу.
Вот так вроде более-менее похоже по цвету, чуть красновато, но уже нет, все равно выцвечивает. Не бывает в мире современной техники таких ярких, красивых цветов. Обманывают нас роботы. Ку, а почему так ма? Вообще им пора, учитывая, что уже все их цели садятся на гнезда, а кукушкам надо подбросить. Мои яйца так, чтобы кукушата вывелись раньше в одних пунктах. Зябрики заливаются. Казалось бы, елочка, ну такая развороченная, ничего необычного. И тут внезапно на уровне почти 2 метра у нее кто-то съел кору. И это не чупакабра, это обычный банальный лось. А иногда почувствовать себя бобром хочет не только бобер, а и какой-нибудь другой лесной обитатель, например, дятел. Попалась очень вкусная береза, и он ел и не мог остановиться. Вот такая вот штука. А ведь может на кого-то упасть. Но это будем не мы, потому что мы пойдем дальше, вот туда в лес. Иногда у строчков даже бывает ножка, а иногда ее не бывает вовсе. И эти грибочки растут на прелой древесине, там, где ее много. Вокруг лес, красота, тишина. Только птички поют. Дерево. Собирай. Ну какой рогатый красавец. Какой грибочек. Прям брал бы и ел. Ну такой, в общем-то, основательный. Слушай, а вот наверняка вот в той поваленной осине обглоданной. О, крапивник. Вообще, вон он. Ага. Нифига не видно. Вот этот сдернутый хвост, крапивник. Одна из мелких наших птичек, самых мелких. Самый громко орущий. Он наверняка здесь где-нибудь живет, вон там под поваленным этим самым дуплом. Он же на земле почти гнездо. Ну, вот его видно даже на телефоне, видно на контраст. Оп. Ну, вот этот вот силуэт со вздернутым кверху хвостом, это такой очень характерный его признак. Я почти уверен, что он вот в этой самой осине треснутый. Или он в той. Ну, он там пылес. Ну, он везде здесь лазает. Сейчас посмотрим. А вот такого матерого товарища мы упустили. Он уже перерос и в пищу не годится. Как и его меньший брат. Поэтому он будет расти здесь дальше. Рассыпать споры.
А вот тут дятел ел шишки. Очередные заросли саркосыфы. Этот гребец уже отходит потихоньку. Но пока еще можно полюбоваться на ярко-красные, ярко-алые чаши, спрятанные в зеленой траве. Уже смыть пошла все забивать, затягивать. И скоро мы его больше не увидим. Молоденькая крапивка, сочная, колючая. Вон еще красота. Скоро лес расцветится совсем другими красками.